Всем привет, друзья, с вами Захар Кроль. Сегодня будем играть в Web Piggies. Поехали. Кстати, забыла тот уровень пройти. Так, ну конечно, мы его пройдем. Так, кстати, сейчас я выключу звук. Бо иначе сейчас... Ух! Вот. Может, какой-то вариант надо? Но тут только вот так вот надо. Давайте так что-ли попробуем. Но все равно звезду нам не получится заработать из-за этого секундомера. Опа! Так, сейчас я пройду тут этот уровень. Точнее, пройду этот уровень. И включусь потом. Сейчас потом включусь. Так, прошел я здесь уровень. Так, опять эта реклама. Постоянно нарываюсь на эту рекламу. Вообще-то эта игра мне не нужна. Так, снова птицы. И мне кажется, здесь, мне кажется, тоже будет по времени, ибо я недавно играл. А ну-ка. Нет. И снова придется звук выключать. Потому что здесь аж 4 птицы. Опа, сундук. Давайте вот так вот сделаем. Как быстро. Давай. Боже. Боже мой. Ах. Ну. Да я упал вообще. Не понимаю, что происходит. Ух. Так, что здесь у нас? Так, так. О, мы сундук прошли, прошел мой уровень. И на третью попробую заработать не на видео. Так, здесь уже. Так, сейчас у меня здесь важные дела. Минуту. Так, ребята, простите, что отключился. Так, ребята, простите, что отключился. Мне то, что там важно что-то было сделать. Лайк скачать. Так, сейчас попробуем вот так вот. О, теперь не 14, а 16. Сейчас попробую вот так вот. Ну-ка. А что это за секундомер такой? Не дает мне еще одну звезду. Ну просто неимоверно. Скажите, что я успею. Сейчас же. И чуть-чуть. Да что ж, не могу успеть никак. Долетал просто куда-то, просто не знаю, какой-то камушек. Летаю просто.
Ну, только этот секундомер и раздражает. Так. Налево. Не, ну давай, наверное, все-таки я попробую какой-то предыдущий пройти. Давай, например, вот этот попробую. Нет, не получится. Думаю. Чуть не получается. Поэтому пускай будет на две пройден. А здесь их две. О, нет, здесь их по-легкому. Так, используем механику. Ой, не то. Опа, сундук. Так. Так. Ну, прошли на три. Сейчас будет. Так, если будет здесь секундомер, то на это не обращаю внимания. Здесь может даже две тоже нормальная звезда. Так. А, нет, здесь нет секундомера уже. Так, что-то какие-то листки. Чуть-чуть не хватило, ну чуть-чуть не хватило. Ох и свинья летучая. Так, сейчас я заработаю еще одну звезду. И включусь потом. Так, заработал я еще одну звезду. Так, здесь, мне кажется, здесь будет секундомер, поэтому не обращай на это внимание. Так. А нет, здесь нет секундомера. Так. Чуть-чуть не хватило. Okay. Попробуем вот так вот. Ну чуть-чуть, чутка не хватило. Нет. Я уже 9 минут это видео уже записываю. Да, на этой главе точно уровень сложный. Так. Так. Всё. Да что ж... Нужно активировать парашютку тогда, когда после того, как динамит взорвется, мне кажется.
Короче, этот уровень я пройду не на видео. А во-вторых, всем пока. С вами был Захар Король.